Буду вот так. В смысле, а что я в кофте? А что я должна быть вообще без кофты? Ну сейчас, подожди, я сниму ее. Так нет, конечно. Я тебе лично позвоню. Тебе, Павловна, короче, здесь 1000. Я не дурак. Я не в пятерочке работаю. Вот, Димочка, правильно. Умничка, умничка. Правильно. Учи все, где я работаю, кем я работаю. И так далее. Прощаем. Так что, Димочка? 10 топ, конечно. Конечно. Особенно, когда работают такие, как я. Так что насчет кофточки-то? Сама решаю. При всех? Или потом отдельно от всех? А, потом отдельно? Ух ты какой! Дай ты всем посмотреть. Почему только тебе? А, то есть так просто сдался. Понятно все с тобой, Димочка, понятно. Я тебя услышала. Мазок. Ты смотри. Хорошо, девочка, я тебя услышала. А знаешь, что самое интересное? Самое интересное, что я такая думаю, ну ладно, хуй с ним. Ой, блядь, все, короче. Дим, не буду я тебе отдельно ото всех показывать свою фигуру. Будешь смотреть так же, как и все. Понятно? Ты такой же, как и все. Все остальные тоже хотят посмотреть. И ты один. И не пойду ни с кем на батл. Все, отвалите. Не пойду и ни с кем на батл. Вот он, еще один дорогой мой вернулся. Мэджик, ты прикинь, мне тут Дима говорит, чтобы я вообще при всех показала свою фигуру, чтобы я кофту снимала. Спасибо, Ворог. Какая тебе подписка? Блин, видно, что фигурно. Слушай, не знаю. Без понятия. Хорошо, давайте. Привет, Артём. Вот ты сука. Ворог, спасибо тебе большое. Спасибо большое, Ворог. Спасибо. Вот, мальчики, учитесь. Вот кто хочет фигуру увидеть. Не то, что вы. Сразу видно, кто хочет посмотреть. Подписка, не подписка. Пиписька, блядь. Понятно? Ну, человек, когда хочет фигуру посмотреть, вот он подарки отправляет, понимаете? В расчете на то, что я за подарки дам посмотреть на себя. Тогда кинь мне, пожалуйста, Bubble Dragon. Я тебя очень прошу. Дорогой ты мой друг. Если ты мне скинешь Bubble Dragon, все, блядь. Я все сделаю.
все, что попросишь. Бабл Драгон или что, сколько рублей? Ну все, пиздец. Кидай тогда что-нибудь не колокольчики, а что-нибудь красивенькое, недорогое. Пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, как я умею? А я умею, чтобы мне просто фигуры присылали. Я умею просто улыбаться, и мне фигуры присылают. Вот так вот. Учитесь, мальчики. Я просто улыбалась, улыбалась, и мне хуяк, и фигуры прислали.